Levan Saginashvili versus Devon Larratt. We all watched this fight, after which both Devon and Levan Saginashvili mentioned Denis Cyplinkov as a possible next opponent for Levan. Frightens me a little bit. But what will Denis himself answer to this challenge, and what will he say about Levan Saginashvili and about his return? Пока тебе жопу не надерут, желания прогрессировать нету. Thanks to everyone who supports our project for such videos. Leave likes and comments, because this is very important for the channel growth. На золотом туре у нас была такая, скажем так, фотосессия, да, мы разговаривали, есть видео даже. То есть мы общались, он довольно-таки уважительно ко мне относится. То есть он меня тоже как бы позиционирует как спортсмен, как человек. Наверное, это было неправильно, даже попытаться там просто постоять даже там за кулисами. То есть если ты... Ну, тогда, на тот момент я понимал то, что, возможно, я подготовлюсь, поборюсь с ним еще. Я не знал то, что там будет у меня болячка. То, как бы, с точки зрения психологии это было бы неправильно. То есть, ну и так, простояли. Без напряжения. Не, ну, наверное, да, потому что, по сути, у нас мы всегда с Пушкарем друг с другом пересекались. И когда ты готовился и чуть-чуть прогрессировал, ты понимал то, что ты там идешь какой-то отрыв, и когда в очередной раз тебе говорили то, что на данном турнире там будет опять там Андрюха или что-то, я как бы уже, да, ну, понимал, что будет сложно, но уже победы были, буду делать то же самое, и получалось то, что выигрывал, да. И хотелось, конечно, чтобы кто-то там появлялся, который вот будет противостоять и давать определенную конкуренцию для того, чтобы прогрессировать дальше, да. Потому что, как показывает практика, прогресс... Он, ну, тогда получается, когда есть, ну, соперник достойный, да? А когда как-то все вроде ровно, ну и спешить некуда, ну, ты как-то стоишь на месте. Это вот, наверное, везде так. То есть пока тебе жопу не надерут, желания прогрессировать нету. Вот так вот. I love Denis. I used to call him Denis Chernobyl. What a monster. He kind of led, I'd say, this new era of arm wrestling, where the super heavyweight strength level has just gone through the roof. I started to enter negotiations to have the match with him. I wanted to do the match with Denis. I wanted to meet Denis. Denis was better than me that day, even on my best day. If you had gone back my entire career, at no single day do I beat Denis Cyplinkov in 2018. I would like to think that I could maybe do it now, but at that point, there would be no version that could have beat him. Denis completely destroyed me. I was really humbled that day by how far and how professional and how prepared Denis was, and how seriously he took the sport. His level of dedication was extremely inspiring to me. A lot of people have asked me who can challenge Levan. And then the last name that I would mention that it would just be incredible. I almost don't really want to see it because I think frightens me a little bit to think of the consequences, but it's got to be Denis Cyplinkov. Не, ну это, конечно, фантастика. На самом деле, конечно, я не исключаю то, что возможно такое случится, но хотя бы на одну руку, да? Но это надо
Опять же, я говорю, как говорится, не все наши желания совпадают с нашими возможностями. Я уже как бы неоднократно говорил об этом, даже уже не хочется обещать никому ничего. Просто буду тренироваться, а там, если будет прогресс, какая-то динамика положительная, тогда уже будем о чем-то разговаривать. And I'd also like to see that match be left and right if it were to happen, because it would be an opportunity for the Legacy Hammers to come together really for a first time. So you could have two, you could have one guy holding both hammers potentially, which is pretty exciting. Даже если сейчас куда-то что-то пытаться сделать, все равно это, я считаю, то, что сразу там будет какой-то средний спортсмен, понимаешь? И вот тогда уже дальше будет видно. То есть сразу какого-то серьезного арфайта, ну, я даже, ну, и сам на это не пойду. Потому что я прекрасно понимаю, что не в той кондиции я нахожусь, чтобы так поступать. Медленно, но уверенно, да. А сразу, чтобы куда-то в огонь, нет. Я говорю, еще раз буду надеяться, то, что здоровье позволит это сделать. После год, наверное, когда прошел, после операции, начал готовиться. Вроде поперло. То одно, то второе, то пятое, то десятое. I think that anybody who considers facing Levon has really got to do their homework, understand Levon's numbers, understand the strength. Levon's too good of an arm wrestler to let any giant just come in and beat him. He's, you know, nobody is just going to come in and beat Levon, even if they are bigger and stronger than him, which there's not very many people like that. But yeah, you got to look at the numbers, you got to do the evaluation. Can you do a partial curl of 300? Can you do a wrist curl of 220 pounds? You know, look at the numbers. How do you fit in? Is there a hole? Or else you'll, you know, you might walk away with some wounds if you go all in against them. Devin Larratt say that you are the most remarkable arm wrestler that he's ever faced. And he's faced some of the very best. He also said that he feels like there is no one that he can think of in the current super heavyweight division who can challenge you. This is problematic for you in some ways, brother, because who's left? What is your next step in the sport of arm wrestling, Levon? If there is any arm wrestler in the world who you have not faced yet and who you would like to face, who would that be? I think it is Dennis. If he can to pull with me, I am happy. I don't know. For me, now, Dennis, I think. Ну, я думаю, его уважение ко мне, оно как раз с точки зрения как спортивное имеет место быть, да? И я думаю, по крайней мере, он рос на моих поединках. И как же, так же самое, как у меня, в свое время там Джон Брзенг, конечно же, я хотел с ним побороться и хотел его выиграть. Так же самое, как и у Левана. Ну, это нормальное явление. То есть просто он уже, по сути, со всеми поборолся, с кем хотел, да, то есть у всех нас есть какой-то список определенный, который, ну, должен перечеркиваться. Ну, и в этом списке 100% как бы есть я. Поэтому остался я, наверное. Как часто тебя спрашивают, победил бы ли ты сегодняшнего Левана? Спрашивают, конечно. Я отвечаю, то, что я пока все равно смотрю какие-то силовые показатели, понимаю, то, что, ну, вот все-таки, ну, мы там где-то, я что-то больше поднимал, вот тут вот так вот было у меня. И, ну, я не говорю то, что я бы его выиграл. Я бы дал бой, по крайней мере. То есть это
не какие-то запредельные веса, то, что он там делает. Я их тоже делал, какие-то вещи. Очень хочется вот просто хорошую форму набрать и, да, там выиграю, проиграю, неважно. Запомните эти слова.